Часть 84. Город Сноупойнт. Всем привет, с вами снова BrainFirst и мое прохождение игры Pokemon Platinum. В прошлый раз мы почти что уже добрались до нужного нам города. Города Сноупойнт, и осталось совсем немножко. Вот с этим тренером, наверное, надо поговорить по душам. Окей, идем дальше. Как я понимаю, вот эта тропинка должна Lake, вот то самое озеро, на которое хотели позариться команда Галактика, Lake Acuity, я так понял. Ну что ж, здесь нас ждет еще одна тренерша.
Так, отлично. С тренером мы разобрались и идем к этому Acuity Lakefront. Да, нас тут ждет Умберто. Но, к сожалению, подняться мы до туда не можем, так как нам, во-первых, нужен новый покемон. Да, Биберел уже не... Наоборот, Биберел нам нужен, мы его поймаем, наверное... Я его отдельно поймаю в следующей части. К следующей части я уже, думаю, буду с Бибером. Блин, да что тут такое? Вот Lakefront. Нужен Биберл. Хорошо, не вопрос. Поймаю. В принципе, он легко ловится в сафари-зоне. Вышел в сафари-зону, отошел налево. И оба, и Биберл. Так, тут надо, блин, надо было рипелом побрызгать. Свайнап. Да, в этой части игры Pokemon Platinum можно поймать Свайнаба. Кому он нужен, пожалуйста, не стесняйтесь, приходите и забирать. Нужно обязательно репелом. Репел. Где же он? Вот Max Repel. Отлично. Побрызгали и забираем предметы. Ultra Ball. Вот и Snowpoint. Мы до сюда добрались наконец-то. И сразу же находим покебол. Отлично. Еще один ультрабол. Ультраболы прям сегодня так сыпятся. Поговорим с этой девочкой. Да, тут always cold. Ну, я понял, что даже замерз джим лидер. Ну, да. А вот и сам джим. Но перед этим мы, конечно же, обследуем весь город. На наличие каких-нибудь вещичек. По-любому вот тут в углу что-то лежит. Yeah, a rare candy. Это не просто что-нибудь. Это очень хорошая вещичка. Еще чувак, что скажешь? Почему ты зеленый? Видимо, нарк. Так, привет. Чего вы все в наушниках? Музыку слушаете, придурки, что ли? Не, я сейчас объясню. Не, на самом деле я шучу. На самом деле в Америке у них там в наушниках ходят, когда у них уши мерзнут, вот они ходят в наушниках. Как тупые, блин, придурки. На всю голову. Больные. Да, Snowpoint. В Snowpoint'е домов еще меньше, чем, не знаю, в каком-нибудь Селсике, да? Домов тут очень мало. Поэтому. Займет это все дело. У нас остался последний дом, он в правом верхнем углу. И мы можем идти куда? Правильно, в Джемма. Когда чувак что-то скажет, и это как-то зависит от какого-то легендарного понимания. Я точно не знаю. А вот этот может обучить вам ваших покемонов новым атакам, если вам нужны. Давайте им Hurt Skill и... А может он просто так, ну, в общем, сами разберитесь, что тут у нас. Ага, сюда опять нас не пускают, когда же меня пустят, ни в одной билетов нету, блин. Ладно, впереди у нас джим, так что приготовьтесь, с вами был Brain First, всем удачи, до встречи.